Сегодня мы гуляем по городу Пирей Афины. Остров Крит. Приехав на Крит, мы сразу сели на такой необычный паровозик. И сейчас предстоит дорога в город. В город под названием Агиос Николаускас, Святой Николай. Это один из четырех городов, если можно так назвать, Крита. С населением 20 тысяч человек. Путешествие Глубоководное озеро. Называется индискус, также его называют горгатый, даже есть чай по его названию. Вот, на Крите была такая обича. Вот, раньше времена, холостяк, неукордон, на всех его зовут. Почему? Он причем. Они говорят,
говорят, что повод в том, что когда встретить девушки, то будет как цветок. Символ Крита. На залив Мирабелла сверху. Вот это Мирабелла? Да. Будем искать. Это залив Мирабелла. Вот это залив. Крепость крестоносцев.
Майдан. Давай, давай, хорошо. Дави. Спускайся. Покорение Критского моря. Были крупнорусские налоги, которые со всех сторон окружает крепостная стена. Это когда-то был замок Астанас. Спиналонга. Это его пещера. И юные дети пещеры. רואים איזה חוף גם?
моя. Приехал на машине 5 минут назад, вышел с Ильдом. Беговое купание в Критском море. Так сказать, купание с берега. Дети мочат ножки. Чем славен городок Агиос Николаосас? Тем, что здесь находится глубокое-преглубокое озеро, соединяемое с морем маленьким искусственным заливом. Пиратский корабль. Все, можно идти. Наш репортаж с Крита заканчивается. Это памятник волне, волна удачи. Ну а нас ждет корабль, который нас на волне удачи увезет домой. Последний день нашего путешествия. Сегодня развлечения на борту. В частности, развлечения и такого характера. Наблюдение за морем. Увеличенный перископ. И море. Средиземное. אבל אוטומטית אנחנו גרים ואתם יודעים שלא כל מכשיר אוטומטי בבית הוא באמת עושה מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך להשגיח עליו, נכון? אז פה נמצאים אנשים ומשנה. יש כאן אורחים שמשתמשים במילה הבאה, כי כבר שאלו אותי על פריט לבוש כזה. באמת ששאלו. פריט, אריג מחוטים של צמר ופשתן יחדיו. אריג מחוטים של צמר ופשתן יחדיו, חוץ מחיים. חוץ מחיים, כן. שעטנז אמת, שם תזכירי לי? יהוד הגר הזה מלחיץ אותי, נו מה אני אעשה? אני, תאמיני לי, עבדתי על התקן של עיניים בגב, אני עובר פה בינתיים. אם אני עם הגב, אין לי מה לעשות, חוץ מלשחרר את הארוחה האחרונה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני... ונמצאה כל הוכחה לאמיתות הסיפור, מי יודע את התשובה? Это так называется сегодняшняя программа.
И вот на горизонте показалась Хайфа. Здравствуй, Рома. На этом односерийный фильм «Детская поездка в Грецию» заканчивается. Пару слов. Видеокамеру скажи. На вид.